В час, когда небесные светила озарят далекий небосвод, и сияние месяца уныло заскользит по глади темных вод, звуки дня утихнут до рассвета, им взамен ночные поспешат. Матерей земли во время это к Богу устремляется душа, и летят молитвы к выси вечной через преграды дьявольских сетей. Нет, пожалуй, жарче и сердечней, чем молитвы эти за детей. Каждого дитя со дня рождения мать, любя, приносит ко Христу, чтоб его наземное хождение победило мир и суету. Господи, внемли моленьем этим, мудрости, терпенье Боже дай, чтоб к Тебе стремились дети, жаждаю для Господа труда. Сохрани их, Отче, от соблазнов, помоги им силы обрести, чтоб греха, порочная проказа их не сбила с верного пути. Дай, Господь, во всем им быть примером христианской чести и морали, чтоб ростки любви, добра и веры дети в людях насаждать старались. И храни, Христос, от преткновения тех скорбящих в жизни матерей, дети, чьи, не внемля наставлением, в мир ушли искать других путей. Верю я, что тщетным не бывает, что Иисус ты некогда сказал, плод не каждый сразу созревает и не разум радует глаза. Не оставит Бог наш без ответа материнских искренних молений. Пусть надежда это будет светом, укрепляя слабые колени.